Всем здравствуйте, с вами Спидерилекс и... Активиси! И сегодня мы будем играть на хоррор-карте в игре Пересмит! Да. Кстати, ты начал видео, да? А, вот, я, конечно, знаю, что я на этой карте играл, но я же вам говорил, что я на этой карте не все изучил. Смотри, иди за мной. Смотри, 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 иди сюда. Открой. Нет, вот эту дверь. Вот, прочитай. Так, попавшие дети. А, нет, космо... Пошло все в пизду, сколько можно, блин. Пропавшие дети. В Краснодарском крае уже третий год пропадают дети. Милиция не находит зацепок. Очевидцы, которые утверждают, что видели похитителя, описывают его так. Белая маска на лице. Очень высокий рост, больше 2 метров, и строгий деловой черный костюм с красным галстуком. Похищение происходит в селах и деревнях. В городе похититель не появлялся. Вот. Это Слендермен сразу видно. Да, кстати, он угадал, что это был Слендермен. Так, ну ладно, давай отойди. Так, куда нам идти? Туда иди. Так, а подожди, нужно же газету-то собрать. А, или она не собирается? А, не, она собирается. Это очень странно. Так, давай посмотрим постеры. Вот как ты видишь, тут у меня бутылки. Смотри, комп включился. Прикольно. Так, давай сядем на бутылки. А, я не могу сесть. Ну ладно. Вот как ты видишь, GTA 2, покемоны, ну и Half-Life. Так, кстати, это 4-комнатная квартира, прикинь. Давай пока что изучим квартиру. Как ты понимаешь, эта квартира 4-комнатная. Вот, смотри, давай я тебе докажу, что это квартира 4-комнатная. Так, здесь вот первая комната. А почему мы открыть не можем? Да не знаю, главный герой дебил просто. Это вторая комната, это третья, а это четвертая. Кстати, я знаю, как попасть в 4-ю комнату. Ключ нужен. Нет. Там написано, что он потерялся, ну ладно. Так, смотри, как же нам выйти из квартиры из нашей, да? Нет, я сходил, блин, мне страшно уже. Я старпёр. Давай, возьми ключ. Вот этот? Да. Всё, побежали. А, перед этим я хочу тебе сейчас кое-что показать, смотри. Если, короче, вот так долго стоять и пялиться в зеркало, то там скоро появится Слендермен и нас убьет. Туда нахер не будем пялиться в зеркало, да? Не люблю зеркала. Как думаешь... А, ну да, зачем? Кстати, здесь кого-то убили. Танки хуй. И плюс Э равно любовь. Так. Да, до этого нам рано еще. Давай пройдемся. Давай пойдем назад к хрущевке. Мы там не были. Мне страшно. Да че ты сыкуешь-то? Я просто за тобой буду идти, потому что ты в это уже говно этот. А потом бежать! Ты куда? Стой! Тебе! А как тут бежать? А как тут бежать? На shift. На shift? А село, кстати, ой, точнее город называется Серое. Ой, а куда ты съебался? А ты же говоришь, все страшные. Как фонарик включить? Фонарик как включить? А, вот ты. На F. На F? Да. Все, нафиг, все, смотри, улица у нас бытовая 1. Там, короче, нет ничего интересного, мы сходим туда потом, когда все сдохнем. Смотри. Ты где? Смотри, иди. Ты где? А ты где? Так, смотри, вот тут, пошли в гараж. Нет, ну давай не будем. Не, подожди, пойдем сюда сначала. Ты что, сыкло, да? Ладно, Матвей, не волнуйся, это же всего лишь тупая компьютерная игра. А посмотри вот в окно, смотри. Смотри, подожди, не иди туда, посмотри вон туда, в окно. Вот встань вот на... Вот. Какое, встань на моем месте, посмотри вон в то окно. Ну вот, вон там окно, видишь, в недострое. А, ну, чё? Нет. А существо видишь такое с красными глазами? Ну, допустим. Вот, просто я тебе это показал. Теперь идем в гараж.
Не бойся. Теперь возьми ключ. Какой? Вот, видишь, вот здесь ключ. Да вот ключ, блин, в крови лежит. Где? Да вот. Вот. А присядь, присядь. А, там просто глаза. Да. Это, наверное, тот парень. Да, да. Теперь, я думаю, можно пойти за пивасиком. Да, пойдем за пивасом. Кстати, здесь есть бакрумс. Если что. Так. Пиздец! Да. Пиздец! Пиздец! Смотри, смотри, а я войти не могу. Потому что. Потому что скрипты поломались у нас. Не, подожди, 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 смотри, видишь там холодильник? Пивасик, пивасик, смотри, открывай. И теперь возьми пиво, на Е нажми. Смотри, теперь иди на кассу. И положи деньги. Положи. Вот, все, теперь можешь выходить. Так, пойдем сюда. Пойдем в реку, прыгнем. А мы не сможем. Да. Не-не, только туда не вставай, нам рано пока что туда. А пойдем сюда, сюда, че мы сын? Пойдем в бакрумс. Ты хочешь в подвал? Нет, именно бакрумс. Помнишь за кулисья? Помнишь, где такие желтые стены? Смотри, это от долгого времени на карте. Я не знаю, появились ли они или нет. О, появились, смотри, прыгай. Куда? Вот сюда. Куда? Ты не можешь прыгнуть. А куда прыгать? Вот помнишь, где я встал вот тут? Блин, ты прыгнуть не можешь. Кстати, а пойди обратно на хату. А мне страшно туда идти. Иди, и все нормально будет. Ты знаешь, ты так говоришь, будто ненормально будет все. Нет. Ну все, я в хате. Должна... Вот! Ты прошел! Давай по новой, Миша, все хуйня. Я не могу отсюда выбраться. Да нет, на Ctrl. Смотри, в прыжке на Ctrl нажми. Вот. Все, теперь иди за мной, Сташка. Раз мы пойдем в подвал. Ну, подвал меня там играют. Я не знаю, я не знаю, это видео надо. Да. Нет, там альтернативная концовка есть. Там не просто тебя сожрут. Сейчас ты узнаешь. Все, иди за мной. Сейчас, смотри. Так, туда. Давай будем идти не спеша, а шагом. Так. Теперь мы взяли ключ. Да отойди ты. Такое ощущение, как будто я играю не с Матвеем, а с NPC каким-то. Так, давай ты спустишься по лестнице, я просто посмотрю. Нахер иди. Давай, давай, иди, какашка. Я тебя провожаю. Ты вообще скример будет, 100%. Все, давай, иди. Ладно, давай я пойду. Теперь смотри, что мы делаем. Проверяем здесь двери. Говорит, видишь, они все закрыты. Теперь смотри. Да я же знаю, что будет. Да нет, это не то. Смотри, смотри. Смотри, иди за мной. Не ожидал такого, да? Да. Видишь? Теперь смотри. Сейчас эта игра превратится в ПТ, потому что мы не можем открыть дверь. Смотри, что для этого нужно. Для этого мы должны вот так... Смотри! Вот я. Для этого мы должны всегда спускаться, чтобы потом эта дверь открылась. Вот. Сейчас. Вот, смотри. Теперь беги за мной. Мы почти спаслись. Подожди, там еще пасхалка есть, смотри. Я тебе сейчас ее покажу, смотри. Так, она... Вот, смотри. Вот так мы должны сбежать, но здесь... Смотри, есть дверка. А чё она...
выбьют. Не! Короче, комната разработчиков. Да, я тебе про это и говорю. Все, тусим. Смотри, здесь для Кимакуру лежит. С ней можно потратить. Ладно, давай все-таки спасемся. В дверь. На Е еще ты должен нажать. Во. Теперь просто тупо выбираемся. Контрол же нужно зажимать, чел. Фух. Ой, мы благополучно спаслись, да? Еле-еле. А, нет, здесь есть еще концовки. Например, Backrooms, но, как ты понял, они здесь баганы, но есть еще концовка. Одна. Или две еще. Все, ты там оставайся, а я потушу. Так, привет. Смотри, сейчас мы будем собирать записки. Так, я взял газету. Теперь смотри. Теперь по сути должны заспавниться записки. Или смотри, либо можем, короче, у зеркала встретить. А что трусы подбираются? Отойди. А вот по деревьям должны быть развешаны записки. Не знаю, будут ли они развешаны. А мы должны их найти, и потом откроется дверь со слендерами. То есть, ну, короче, помнишь та закрытая дверь? Да, давай изучим. Я, конечно, знаю, что здесь режим сэндбокса. Так, пока мы идем куда-то, давай посидим пока что на остановочке, я пока узнаю, где должны лежать эти записки. Сидим, ебать. Вот вторая. Нет, ты чё, 8 же. Все, теперь пошли домой. Нет, это ты не понимаешь, что дают эти записки. Сейчас все узнаешь. Так, мы не покупали бухла, я надеюсь. Нет. Фух. А, подожди, я должен найти. Сейчас. А вот и эта дверь. Все, с вами был Спидерилакс, и всем пока.